Всем привет, с вами канал Art Money. И сегодня у нас видеообзор на вот такое вот печенье любятово черничное со злаками. До этого у нас с вами был шоколадный печенье, а теперь черничное. Это у них новинка. Здесь у нас 114 грамм. Так оно выглядит. И давайте с вами посмотрим состав. И кому интересно, нажмите стоп и почитайте его. Смотрим. Так, здесь у нас 450 килокалорий даже. Сам состав. Такой, мне кажется, себе обычный состав, как и везде. Так, состав посмотрим на других языках. А, быть может, не только Россия меня смотрит. Так, и также, кстати, есть еще другие печенья, медовые есть еще со злаками. Ну и, конечно, шоколадные. Так, 114 грамм здесь. Давайте его откроем и посмотрим, что же у нас там такое вкусненькое внутри. Так. Нам понадобится наша тарелочка-помощница. Так, ну их тоже 12 штук также. Выглядит, ну, в принципе, да, похоже. Но довольно, кстати, тоненькое такое. Тоже, наверное, будет хрустящее. Так, сейчас понюхаю его. Пахнет черникой, прям обалденное ощущение, как будто это не со злаками, а просто черничное печенье, полностью сделано из черники. Больше как будто там ничего и нету. Да, ломается оно легко. Так оно выглядит внутри. Так. И давайте его попробуем. Хрустящее. Жуется очень хорошо. Аромат черники прям бесподобный, просто прям аромат черники. В меру сладкая, то есть не приторная, а прям, знаете, вот чуточку совсем сладкая. И безумно вкусная, ну просто обалденно вкусная. Вот шоколадная еще как-то так не очень, вот что-то, ну как-то так вот. А вот это вот черничное, вот прям обалденное просто. Такое вот оно, знаете, вот как будто вот оно реально со злаками. Такое, знаете, вот жуешь. И под зубами еще немножечко что-то остается такое, что не совсем пережевывается. И создается впечатление, что, наверное, это и есть такие злаки, которые не пережевываются до конца. То есть, блин, ну оно реально вкусное. Очень. И черника тут, в принципе, даже хорошо сочетается. Не знаю, с чем даже можно было еще злаки сочетать. С клубникой, мне кажется, как-то будет не очень, малиной. А вот черника, да, это что-то особенное, это что-то необычное такое. Очень вкусно. Такое прям оно по вкусу именно такое. Вот когда вот читаешь, да, название черник, ну, там, печенье черничное со злаками. Именно вот слово со злаками печенье. И представляешь его. И вот пробуешь вот копию также, то, что вот ты представил, то это вот и оказалось. Очень вкусно, мне очень-очень просто понравилось. Мне кажется, вот именно вот это вот печенье со злаками можно покупать, его дарить или угостить где-то, там брать с собой. Кстати, у него очень удобная упаковочка, его можно взять с собой. Где-нибудь положить в сумочке, оно довольно такое компактное, довольно маленькое. Такое вот. Где-то, ну, это его для вас померить в руках, там где-то так вот, сантиметр, я думаю, 10 на 7, где-то вот так вот.
Очень вкусно, очень классное прям печенье. И оно даже, кстати, очень красиво выглядит. Такая упаковочка у него оригинальная. Кстати, у него это штрих-код, смотрите, вот здесь вот классный. Сейчас стали делать разные такие интересные штрих-коды. А здесь вот как вот злаки, зернышки, наверное, вот какие-то, вот травка такая вот. Очень интересно. На сегодня это все. Смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся, путешествуем. Также обзоры на другие продукты из магазина Fix Price, Победа, Светофор, из обычных магазинов. Обзоры на технику, видеокамеры, Bluetooth наушники, лампы. И все-все такое. Там очень-очень много всего интересного на моем канале. Также появились недавно фоны, которые вы можете включить на телевизоре, с прекрасным звуком и наслаждаться, отдыхать, слушать. И, конечно же, наш девиз «Все лучшее для вас». С вами был канал Артмания. Подписывайтесь обязательно, ставьте лайки и пишите комментарии, свои отзывы оставляйте. И всем пока-пока!